Там с отчетом, да, да? Даю отчет, конечно. Борщ ты? А у нас даже никто ничего не прожимал. Какой смысл отчета был? Да я не знаю, просто я не знаю тоже. Ладно. Побежали. Я прожал пот. Ох, хорошо мне ударило. Чем? Непонятно. Мелиатакой, скорее всего. Ну, потому что пока я подтягивал мобов. Угу, дуговую молнию, Кристус, бейте. Ну и чё это? Я чуть-чуть не успел. Ну, чуть-чуть не успел, а нас мобы чуть не уронили. Все, пошли, сейчас двух мобов у палаток и большое дерьмо с агрю. Кому выгодно косты кикать? Ну, ради там, не знаю, Сефус, не Сефус. Не, ну точно нет. Нет? Ну окей. И черепашку еще цепанем. А я сбиваю большому, вы сбиваете бабе. Угу. Черепа забейте потом. Панцирнику собью тяжкой. Ага, сбил. Арзич. Я бурю сбил. У Крайзиса каких есть. Угу. Отведу маленько. Тяжкой собью. Отведу. Могучий удар. А я его спарировал просто. Очень могучий, ага. Могущественный. Побежали. Нагоняет стая тучу. Сейчас, подожди маленько. Оба-на. Оттуда? Да, вот так вот, трех мобчиков. А чё, я люблю черепах пулить, они считают ФК мобы просто. Ну да. Им так даешь какую-нибудь тяжку или стан в панцирь, да и все. Я этим бы стану на руч, короче, ты тех. Начну отводить уже. Просто этих тут тоже, я чуть-чуть тоже. Их... Угу. Все. Прыгаем вниз. О, давайте вместе запулим! Ага. Натуре, что ли? Натуре! Натуре. Ну, перед мордой так не стоять. Угу, начну кайт. Этого добили. Чудно. Да они там пока берсусовы прожали, я и покайфил. Угу. Все чудно. Так, давайте на позиции встаем, даю арче. Даю отсчет. Угу. Рейнджового моба потяну, милишный, думаю, ну, сам придет. Ага. Тяну рейнджового, милишники, не забудьте дать кик в милишного. Ну или стан. Типа, что-нибудь такое. Да, стан. Чудно. Сейчас от морды. От морды. Оп, исцеление сбил. Да. Заводи, заведи лучше. Окей, ладно. Да что... Конечно, ну, чтобы... Да, ну, чтобы сейф, во-первых, не тратить, и чтобы этот самый моба шотнуть по-нормальному. Сейф в скобочках. Ни хрена, это не сейф. Ну, бля. Все равно. Дал вампирик. Морду сейчас. Ага. Заводи. Или что, глыба? Да, глыба.
Я завел уже. Так бегаете резко слишком на блинках, прыжках своих, я аж пугаюсь. Это просто инсейн. Ну это просто скилл называется. Вторые поты выпьем. Да, уже был уже анонс от меня. Анонс. От морды. Кто-то сбил. Ой-ой-ой. Вау. Перекройте за меня. Давай перекрою. Угу. Незыблемость прожал, стан не поймал. Все, добивайте босса. Ой, как он далеко рейнджовый-то. Так, ну я надеюсь, не умру же. Да, не умер, конечно. Это было бы, блядь, забавно. Все, бежим дальше. Было бы неплохо. Было бы, знаешь, позорно. А, опять этот шмот не переодеть. Да, шмот не переоденешь, пока на тебе висит стак мучительного. Да, это грустно. Так, да, сейчас это... думаю, что... Ну, двух мобов сейчас, давайте. Сейчас побольше можно мне фулы прям. Не, ну давай двух. Вот ты в них фулы лучше дай. Шестерых капелек я сама уешь. Ладно, моя идея. Ладно, ага. Милишники могут стоять за спиной и, как бы, рикошет не ловить. Тут что ли? Ок-чамп. Кто сбоку стоит? Я сзади стоял. А, ну, это... кто-то стоит сбоку. Он нет, он повернулся просто. Yeah. Опа-на. Аккуратней, в корнях стойте. Бас повернулся и все. Да-да-да. Я только стою и думаю, что за фигня. Так, цепанули. Ну окей. Сейчас. А, сейчас. Жаба. Оп, yeah. Все окей. Тут вон у Крайзиса шарик там. Сейчас там Вайтрин что-нибудь там намутит в ауе дэмэдж. В котика прыгнет. Кого-нибудь там в сову. Я своим холиком друидов этих так пинаю вообще. Анторус выходит 29 числа в мифике 6, а по поводу монков хмелеваров, ну вообще ничего не скажу, потому что, ну, я не видел их танкований. А, не, у нас РЛ иногда садится на монка танка, но это в сплит рейде, и там у него монах-то такой, то есть, ну, 925-30, по нему много не скажешь, то есть, как он вообще может там жить, не жить, что он может реализовать при себе. Малого и левела перс, чтобы анализировать какие-то прям выводы такие делать сильные. Два пака прыгну. Этих завещайте, okay. Следующих, если когда макс могу. Ну да, давай, короче, сейчас как делаем? Два пака капель, потом я агрю. Много-много-много-много-много-много. Да-да-да. Прям три пака. Да-да-да. Какие ДПСники сейчас норм? Ну, те, которые на дорогах стоят обычно. Вот они норм ДПСники, говорят. ДПСники? Задних бейте, мопчиков. О, дайте! Чёрт! Засловили. Да. Нормально. Че, вышли из боя? Угу, давайте три пака пулю. Хотели. Так, раз, два. Все, иду на сушу, от меня отойдите маленько. Сейчас мастяжку дам. Бля, из всего вывел я, да? Ну, сори. Вообще. Пул кривой был. Типа там это что-то на хила пошло, что-то на вас рейнджей пошло. Нет, ты вроде там просто не всех стянул, не? Ну, а там два моба были далеко. Типа. Там просто парочку как-то... Да окей, окей, все окей. Как бы вот эти два оставшихся мобчика, это, ну, такое. Го бабу убьем, пока она отбежала. Угу, сейчас я моба поверну маленько. И от морды. Вообще в спину встаньте прям. Вроде стоит. Все, молодцы. Не сбоку там.
Ну, чё, продамагало кого-то рикошетом? Вот и я о том же. Да, я сбиваю. Паникеры. Ну и зря. Могли бы рыбы сбивать какие-нибудь. Дал лед, бежим вперед. Чё, по Гере, 4 минуты. Поколотим можно трэш. Побольше сейчас. Давай, наверное, поколотим трэш. И уйдем с героизмом на Нагу. Ну и пускай гуляет. Вайтрин, как думаешь, хорошая тактика? Да. Все, окей, хорошо. Ну, типа, я тебе доверяю. Чуть-чуть. Сейчас будешь много пулить или... Не, попозже. Я уже аккуратней с хвостом. Окей, я греф отдал. Так, сейчас от крови отведу на себя маленько, аккуратно. Что мне еще осталось из эквипа, чтобы быть топ? Ничего себе, ты сейчас сказанул. Хороший вопрос с чата. Анторус выбить весь. Да, вещи с Анторусом, которые станут доступны с 29 числа. Т-21, там, тримчики всякие. Так, ну что, давайте... Я готов. Я сейчас два пака крабов пульну. Вон тот патрульный и вот этот вот. Не бейте, не хильте сейчас. Сейчас я ходку сброшу. Угу, сейчас они сведутся. Все, готово. Эх, жаль, паладина нет с фридомом. Где ж ты, Сангок? Да не говори, ну, тоже вспомнил его. А он в Destiny играет. Ага, на орбиту улетел. Ага. Черепушку убейте, у него больше всех хп. Да он в луже просто больше всех. Ну да. Гулял. Так, давайте теперь много загрю крабов, пока 4, думаю. Давай. Сейчас ходка последняя спадет. Слушай, давай, твой пак. Ой, хорошо. Я через 15 секунд, если что-то дополню. Суки, они не все агрятся. Понимают, что ты страшный, сильный. Не хотят с тобой именно связываться. Именно страшный. Там Крайзис еще подплыли чуть-чуть. Так. Идиот. Бам. Ну, найс, отошло, конечно. Дал стяжку. Окей. Че, еще лучше отошло? Ну, ага. Можешь не благодарить, Сяш. Ты же знаешь. Да. Без станов. А то сейчас еще умудритесь. Какая дорожка хорошая, красивая. Так, до Геры 49 секунд. Да вон, крабиков еще. Го, еще два пака крабов понял. И выйдем на ногу. Только понял, моба хотел ударить, и бам. И моб уже не передо мной стоит, а где-то в жопе. По удар не смог сделать. Хм. Изи, что ли. Так, там, глефа поместила. А, найс на пул не прожался. Понятно, понятно. Ой, что-то плохо по хпшке. Все окей. Вампирик вам дал. Бля, сейчас было бы неплохо, если мурлоки вышли. Для процента. Вот это что-то лишний стан какой-то был. О, мурлоки идут. Давай, давай. Зови их. Давай, гости. Давайте пулю сразу. 3, 2, 1. Давай, давай. Как раз этих добиваем. Ну все, да. Тут, держи их. Угу. Ну я постараюсь. Сейчас краб скоро умрет, я отведу. Все, давайте выходим к Наге. Прыгайте на маунта. Найди! Да. Ну, блядь, ну, полторы секунды. Я просто этот комплект прида за него. Ну, понятно с тобой. Искал, где он у меня на панели. Блин. Мог бы пока ехал, одеть его. Надевайте нет, сейвы свои. Кадешился. Там, Крайзис можешь нагрудник даже одеть, не знаю. Лед дал. Сори, это не для меня. Мобов не задуваем, у нас сапрога. Ну и я буду энергию подкапывать. У нас аутлоу. Да ну тебя! Даю отсчет.
Так что можно сдувать. Не, не надо. Там Макс только лужу будет свою. Да, я буду лужу. Ставить лужу, и я буду руническую силу себе разгонять. Разбежаться. На нахер. Даю БР. Минус кризис. Я не знаю, Крайзис, как ты будешь дальше жить. Крайзис, тебе фул придаст нужен под это. То есть, если тебя что-то цепанет, то как бы это все. Что подальше надо двигать. Угу. Короче, мне надо с Крайзиса сразу просто мопчиков дергать. Разбежаться. Второй пот там. Кто-нибудь выпил. Не, ну пули его сразу. Ну сейчас вроде сразу нагрел. Мэйди, а ломай вихри рывками. Сейчас. Подбегу к нему. А вы под рутом аккуратнее. Кольцо. Вторые поты. Так, на мне. А, черт. Разбежаться. Короче, вот так сдам. На всякий случай. Крик дал? Правильно, молодец. Маленечко отведу. Там, аккуратно, с дувками. Скоро сейчас будем заходить на сушу. Можешь ломать вихрь? Нет, не ломай. У меня нету пока ничего. А что-то сломаю. Бля, дай-ка я переведу маленько. Стой теперь. Блять. Сейвики. Подкинул там. Дал вампирик хильц. А, сколько часов в среднем я провожу в Вове? Ну смотри, 4 часа РТ, до РТ часика 2-3, и после РТ еще часика 2-3. Ну все, Вайтрин, твой выход, запрыгиваешь. А, сейчас прыгать, да, будет? Да, сейчас он будет запрыгивать. А, ага, вы запрыгиваете, сейчас босс еще. А, да. Че-то, ага. Даю отсчет. Погоди, погоди, там это ходит там. А, да, там же гидра, краб еще. Угу, все, давайте добьем трэшика. Маленько. Сейчас пот откатится. Поехали. Дал струю стан, дал вампирик. Аккуратнее, на себя маленько поведу. Давай, я грязь положу. А, Крайзис, а ты же Фрост, как бы тебе чё эти чайки-то? Ты же вроде их не кливнешь. Струя аккуратно, не собью. Да, она мимо. Можно было даже не сбивать. Ой, поймал. Нафиг. Вампирик дал. Ой, блин. Сосредоточились. Да нет, там просто лужа была, я чуть вправо отошел, там. Ледяные осколки. Так, где теоретически могут запрыгнуть голову? Вот здесь может одна заспавниться. Давайте эту чайку киляем и будем босса пулить. Откатывайте с нее брусты. Да, вроде все. Готово. Я в дезоренте, Крайзис кайт. Интересно, что Крайзиса выбрала в таргет чайка. Ну и все, Крайзис, просто бей те головы, где нету чаек. Вот, допустим, вот эту. Даю отсчет. А, все, закончилось. КГ. Ага, дал вампирик. Хильц. Хил пока подамагает.
чайку взял, побег прок. Какой урод вообще. Эх. Подводит. А если бы сразу скулили, было бы нормально. Да ладно, Сяш, еще прокнет. Сейчас чек, и голова уйдет и прокнет. Проверяй. Да не, он очень редко сейчас прокнет. Редко? Жаль. Открыто понерфили. Во, Крайзис, бей зеленую. Красно. Так, меня можешь вообще не хилить. Да, магеров там подхиляй. Станы отдавайте в головы. Да, понятно, дело. Станы работают. Майди, слышишь, что говорю? Да, я дал, да. Угу. Молодец. Вампирик дал. Вроде бы на всех шарнулся. Что там, красный выбиваешь? Не надо хлопать. Нет. Ну, сейчас да, он сейчас казнит ее. Экзекьют, да. Все. Изи. Казнитель. Да. Да, опять на меня рано. Ладно, блин. Опять уйдет. Уже. Да. Нет, вот сейчас мне, если какую-то эту надо хлопануть будет. Угу. Давай я сейчас с тобой пойду. Край, следим за месяц, наверное. Какую пойдем? А, ну тут остаемся. А, вот красный, давай. Я первый кикнул. Угу. Вы там по станам расшаритесь. Да. Сяш первый, я второй. Сейчас по синей дам таргет стан. Уже. По синей дал стан. Сейчас синий добьем. Край жить. Умерла. А ну что в этом какой-то хуйки. А, вот сонар. Все будет сейчас мне. Да. Это Вайтрин, если тебе сейвы какие-то там до магеров нужны. Ну, у нас крик один по факту, ты ори. То мало ли. Я, конечно, знаю, что подмучительный крик это дело такое себе, но все же. Пара камня есть. Жесткий, я заранее взял у варлока в камне. Топ-хилл под. Все, Вайтрин, твой выход. Аккуратно пробегаем мимо трэша, сейчас лед дам. Так, я за Вайтрином иду. Не за вами, ему лед полезнее. Вы уж как-нибудь сами там проплывете. Так, че, запрыгиваем или суицидимся? Быстро, решение. Не, ну я не знаю, я попробую могу запрыгнуть. Да ты-то можешь изи запрыгнуть, чё. Да. Я суицидимся. Не забыл, как делать. Все, дадите сверху масрез. Блять, я не прыгнул, сука. Сиди, суйся. Мало. Угу. Ну, молодец, Майди. Давайте быстренько там пробафались, рунку съели. Они еще и руны жрут, боже. Я, да. Перче? А чё, она бесплатная? Конечно, даю отчёт. Чё, я не хавать? Угу, друг друга не залинкуете? Я упал правой ноги. Всё окей. Я тогда вот для... Всё, бур, пошёл на... Угу, чё так проведу. Там это, если еще надо будет провести, орите. Гера была бы, вообще бы убил бы. Нет, Гера не осталось. Ну, я смотрю, тебе напрокало, да, на аутлоу? Ну, мне сразу побег прокнул, все. Побег, если прокнул, понял. Сразу... Бля, чайка рядом, аккуратнее, а? Дал вампирик. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, да, с этой чайкой? Время камня. Так, вам по землетрясению нормально? Мне нормально, я пошел скидывать. О, дай. О, отлично, чайка взлетела. Фух. Проведу. Сейчас после удара. Вот, выпил второй. Да, пьем. Hey.
Бля, чайка рядом. Сейчас обогну, аккуратней. Ебать по мне летит. Сейчас сейф прожму. Летит, летит. Чайку сагрили, шипуй, шипуй ее. Отведи и шипуй. Ой-ой-ой, как больно. Так, сосредоточимся. Понятно, че, ну ладно. Скидывайте эти штуки. Любому этой хренью мне ударило. Больно. Пизда мне, походу. Да, нормально, шиби. Вот, опять не скинули. Я скинул. Не скидывай эти пузырьки. Так, из-за чайки мы в бою или нет? А, мы ее совезем. А, рез возможен? По-моему, уже невозможен. Вставай, беги. Я встаю. Поешь там пока безопасно, пока ты под зонтиком. Кстати, да. Ага, под зонтиком, прям со мной молния такая. Бам, мне. Чит дес минус. Найс. И еще одна в меня. Поел под зонтиком. Нету тут уже зонтика. Ну, значит, ты отбежал маленько. Давайте одного тяну. А почему в пати глючат ресурсы класса? А, эти маны всякие. Ну, так вот, такой вот близзардовский интерфейс. Моя идея, сейчас твой каст. А, ладно, окей, смысл. Сейчас мой, я тяжкой собью. Но я все равно поел. Молодец. А, моя идея, сейчас твой. Угу, подтягиваю, подпьем. 3, 2, 1, го. О, бегу. Так, че я следующий? Я в рыбе. А, блять, еще молния туда ебал. Аккуратней. Я скину. Здорово. Голда-то, голды много еще. Тяну следующего. Собью. Окей. Ты тогда Макс следующий. Да, я собью следующий, конечно. Аккуратней с узами, волна в нас. Пол чекайте иногда. Да. Чекай пол, кипнул. Ну что, рез дадим? Обычный. Следующий тогда. Следующий ты сбиваешь, моя идея. Даю вампирик. Сейчас ем. Собью. Пол чекайте. Обычный рез. Ага. Мы пулем дальше, кикаем косты. Я первый кикнул. Окей. Собью тяжкой. Ладно. Давай я тяжкой собью. Сейчас ты. Сейчас собью. Теперь я. А. Ладно, следующий я. Моя очередь была. Ой. Даю отчет. Сосре, заточились. Давайте. Гер? Угу. Так, у нас есть глыба, у нас есть кош, чтобы делить соло, верно? Нет, кош не делит соло. Хорошо, у нас есть глыба и есть два бэра. Танковский каст, вышли. Ну, Крайзис, первую делим. Все, разбежались. Ну, чуть-чуть разбежались от танка. Лишнего дерьма не ловим, дамаг все получаем и не увеличиваем.
Следующий тогда крик дам. Смотря на ком еще будет висеть. Ты подожди с своими криками. Да. Не, вообще, блин. Чтобы не люди. Ой-ой-ой. Даю вампирик, подхиливайтесь. Второй пост. Танковский каст. На ком? На Вайтрине. Делим. Так, скоро танковский каст. Скоро босс умирает, танковский каст. О, Крайс, пошел, вышел. Вышел из здания. Все отлично, молодцы. Напоследок ему на 800. У тебя еще двигатель прокнул напоследок, если что так. Че ради прикола дали 21-й? Сейчас, чекну. Казематы. Ключик-то хороший, но не. Че, не хочу. Не хочу. Не хочу. Старый я для этого. Есть чантер? Да. Сяши. Да. Сяши, два кристаллика. Ну да, не повайпались, молодцы. А мне релик не падает. Ну, Сиаши. Кто старался, тому, как говорится. Берешь кофе. Ага. Все, давайте, спасибо вам. Отдыхайте. Ну вот, Нардич, видишь, сейчас лям 800 ДПС. Вот тебе без Луи. А у меня сколько? Все, 20-е око пройдено. О. Изи. Да и неделя легкая. Да, мучительно тяжко. Не отрицаю. Но...